Здравствуйте, меня зовут Вероника, и мне 12 лет. Я живу в России, в городе Екатеринбурге. Мои хобби – рисование и восточные танцы. Сегодня я хочу вас познакомить с моей картиной, которую я назвала «Звездный дух». На первом плане изображены силуэты, а на заднем у меня закат. В центре находится знак зодиака, под которым я родилась. Я родилась 1 мая 2008 года. Я его нарисовала в виде человека, в виде женщины, в древнеримском костюме. Телец, его стихия – это земля. Он помогает людям исполнять их заветные желания. Телец дает жизнь любви. В руках у моего знака зодиака находится ключ, который открывает мир духов, в котором можно исполнить свое самое заветное желание. Мой дух сидит на быке. Это его помощник и защитник с серебряными рогами. Работу я исполнила в акварели. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. До свидания.